Друзья, всем привет! Получил недавно подарок от подписчика. Руслан из Лениногорска, тебе огромный привет и большой рахмат за подарок, за шикарный. Так вот, в подарке, кроме прочих вещей, о них потом поговорим в следующих роликах, был ром Бакарди. Карта негра, Superior Black Rum, выдержанный. Если зачитаем внимательно, что у нас на этикеточке написано, интересная такая здесь марочка, премьер, никогда не встречал такую. Вот. Наша акциска и еще другая акциска, 16.04.21, интересно. Так вот, что написано, темный выдержанный ром создан на основе выдержанных не менее 12 месяцев дистиллятов из сахарного тростника из Пуэрто-Рико. Рекомендуется для употребления в чистом виде. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Из Пуэрто-Рико. Друзья, вот покажу вам еще. Вот видите, марочка интересная такая. Никогда с такими не сталкивался. Видимо, какая-то пуэрто-риканская, что ли. Итак, ром можно пить по-разному. И я предлагаю сделать следующее. Попробовать несколько видов употребления рома. Друзья, маленькая проблемка. Я забыл лед. Ну ничего. Снимаем на живую. Так сказать, в один дубль. Поэтому, простите, я немножко отвлекся. Итак, несколько видов коктейлей. Попробуем сделать Куба Либре. Самый знаменитый коктейль, пожалуй, ну один из самых знаменитых. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится лед, который я забыл достать. Ну вот я его достал. Ага. Так. Накидываем лед в стаканчик. Вот таким вот образом. Я думаю, будет достаточно. Так. Далее, следующий ингредиент Куба Либре, это ром непосредственно. Наливаем 50 миллилитров и опрокидываем подготовленный стаканчик со льдом. Вот таким образом. Далее, следующий ингредиент. Это у нас сок лайма. Ну, у меня нет сока лайма, я сок лимона использую. Нужно 15-20 миллилитров. Но, ребята, второй раз делаю. Только что снимал для ТикТока. Честно говоря, на мой вкус 15 миллилитров это многовато. Поэтому чуть меньше. Чуть меньше. Мне было очень, ну, некомфортно. И последний компонент. Это кола. Колы нужно 120-150 миллилитров в зависимости от ваших предпочтений. Ну вот, здесь где-то порядка 120 миллилитров было. Собственно, коктейль готов. Еще нужна трубочку. Но дело в том, что я не люблю пить через трубочку, поэтому я ее не использую. Вот такая вот красивая штучка. Давайте попробуем. Ага. Да, вот это вот по моему вкусу. Друзья, сейчас лето, и этот коктейль реально хорошо и освежает, и тонизирует жару. Так что мой рекомендосик, довольно вкусно, приятно, легко пьется. Попробуйте и оцените по достоинству, я думаю. Так, ну хорошо, вы скажете, хорошо, Глеб. Коктейль это здорово, это классно. Но не хотим мы муздыкаться с этой мутатенью. Если сказать культурно, не грубо. Можно пить и по-другому, друзья мои. Следующий коктейль, который мы с вами разберем, называется Be Black. Для этого коктейля нам потребуется непосредственно бутылка темного Бакарди, рюмка. По желанию можно использовать еще несколько компонентов, о них чуть позже. Хотя... зачем откладывать дело в долгий ящик? Следующие компоненты, которые могут использоваться по желанию, это долька апельсина и молотая корица, молотую корицу
мы будем непосредственно на апельсин вот таким вот образом высыпать. Вот таким вот образом. Угу. Так. Хорошо. Многие говорят, что нужно макать апельсин в корицу, но я считаю, это не очень корректно, потому что тогда весь объем корицы испортится. Итак, коктейль Be Black, друзья мои. Поехали. Наливаем 50 мл рома, темного рома. Здесь именно темный ром. По желанию можно налить 40. Для кого и 40 много, можете налить 30, но это уже волюнтаризм. Так сказать, не нужно сильно отрываться от коллектива. Итак, Be Black. За ваше здоровье, господа. И закусываем апельсином, долькой апельсина, на которой насыпана молотая корица. Вы знаете, корица немножко попала. Слегка воспаленное горло. Обалденная вещь. Промочу горло. Обалденная вещь. Рекомендую попробовать. Можно даже без апельсина.